Нам нужно научиться жить в мире. И любые высказывания по поводу того, что мы будем воевать, они являются экстремистскими. Любые организации, любые фонды, любые религиозные секты и так далее, призывающие к насилию и к разрушению стабильности, они должны быть наказуемы, должны быть браться под жесткий контроль и запрещаться их деятельность. Нам надо научиться, потому что есть в народе такая пословица: «Любой худой мир лучше любой доброй войны». Как мы научимся это делать? Может быть, путем запретов тоже. Вместе с разъяснительной деятельностью, вместе с какой-то миссионерской деятельностью, может, вместе с какими-то определенными вложениями со стороны государства в эту тему. Поэтому, конечно, запрещать, если это ведет к дестабилизации и к войне.